Digital, но это новое веяние, новая эпоха, да, ну, вообще, в принципе, в нашем спорте. Это смесь вообще киберспорта, спорта, да, если так глобально взять. То есть вначале мы играем в FIFA, например, если взять футбол, вот, потом выходим с этим же счетом, с каким закончили матч FIFA на футбольное поле, и там уже решаем, кто победитель. Ну, у нас Лока, вообще, в принципе, у нас, наверное, самая сильная в мире команда, вот, ну, наверное, я могу так сказать, потому что у нас как раз-таки соблюден вот этот баланс, когда у нас и лучшие игроки FIFA, и лучшие футболисты. Потому что если мы возьмем FIFA, то у нас неоднократные чемпионы страны, то есть это действительно лучшая четверка игроков, которая вообще возможна. При этом все эти игроки, они могут выйти потом еще и на футбольное поле хорошо сыграть. То есть если мы возьмем Абельдос, он у нас основной вратарь. Я пока с крестами, но я тоже основной игрок. И вот у нас еще есть Степа Михович, Антон Клинов, которые играли за Локомотив FIFA. Вот, они тоже здесь могут помочь нам на поле. Вот, ну и тройка футболистов у нас, вот, Eastern Roads, ребята, Алекс, воспитанник Лока, Слон, Гудай, то есть это ребята, которые сейчас в Кубке России вот дошли, да, прошли три раунда, и там в медиалиге они двукратные чемпионы, то есть, ну, ребята, которые с хорошей школы, с хорошей академии, и они прям очень сильные, поэтому у нас классная команда. Я тебе подскажу, Дзюба очень хорошо играет. Ты сыграл бы с ним в FIFA? FIFA, ну, конечно, в принципе, было бы интересно, но, опять же, было бы, знаешь, как интересно восстановиться от травмы и выйти с ним тоже в формате фиджитал, FIFA, потом футбол, выйти с ним покупаться тоже, было бы классно. На самом деле, честно, думал, что будет сложнее, но наши ребята, конечно, задел большой теперь сделали, что на поле особо напрягаться не приходилось. Сука, я знаю, ты имеешь непосредственное отношение к Локомотиву, да? Да, я воспитанник, для меня честь эту футболку надеть и очень рад, что именно представляю этот клуб на этих играх. Кто бы из основного Локомотива вас бы здесь мог усилить и в FIFA, и на поле? Слушай, да любой футболист, я думаю, смог бы. Я с Дзюбой как-то играл, когда за Ростов играл с Дзюбой в FIFA, поэтому, думаю, он бы и в FIFA усилил бы, и на поле бы точно. То есть Дзюбу сюда в следующий раз подаем, да? Ну, можно, да, ему приглашение отправить, конечно.